Плюс туди. Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Сейчас мощность поставок составляет около 200 мегаватт в час. Об этом говорится в опубликованных на сайте компании оператора энергосистемы страны Укрэнерго. Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление в РИА главы Минэнерго Украины Юрия Ветренко, который призвал к полному отказу от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы. Как указал парламентарий, киевские власти готовы увеличить цены за потребление энергоносителей для населения ради того, чтобы стать Европой.